Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые друзья. Добрый вечер, коллеги, партнеры. Рад вас приветствовать в нашей вебинарной комнате. У нас сегодня с вами, как всегда, презентация компании Skyway Capital. И сейчас я попрошу вас, если вы меня видите, слышите хорошо и видите заглавный слайд презентации, поставить плюсики в нашем чате, в чате нашей сегодняшней вебинарной комнаты, в чате нашей сегодняшней презентации. Вебинар у нас называется «Инновационный транспорт Skyway и возможности инвестирования, возможности для инвесторов». Вот. Как вы попали в эту комнату? Вариантов было множество наверняка. Кто-то пришел по рекламе, кто-то перешел на наш сайт, да, увидел, нажал кнопку рекламы «Инновационные транспортные технологии, возможности инвестирования в развивающуюся компанию». Кто-то пришел по приглашению тех людей, которые уже сегодня являются нашими партнерами и инвесторами. Вот. Кто-то, как я сказал, зарегистрировался на сайте, возможно, нашел в разделе «События» расписание сегодняшнего вебинара, вообще вебинаров на месяц, и пришел на сегодняшний вебинар получить информацию. Вебинар сегодня рассчитан на людей, которые интересуются инвестированием, те люди, которые интересуются формированием источника дохода, причем источника дохода пассивного, да, то есть тот доход, который уже в будущем будет приносить вам деньги, да, без вашего личного активного участия. Также на тех людей, которые имеют свой собственный бизнес, либо хотя бы хоть раз задумывались над тем, чтобы такой бизнес организовать. Для тех людей, которые имеют отношение, либо имели отношение к индустрии MLM. Для тех людей, которым не безразлично состояние сегодняшней экологии и окружающей среды. Вот. Для тех, кто занимает активную жизненную позицию, кто желает быть причастным к глобальным изменениям, происходящим на нашей планете. Тех, кто стремится к финансовой независимости и формированию лучшего будущего для себя самого, для своих родных и близких, да, то есть для своих потомков. Также есть одна общая черта людей, которые объединяются в наш проект, те, кто являются сегодня партнерами и инвесторами компании Skyway Capital. Это люди, понимающие, что будущее, которое нас всех ожидает, находится в руках каждого из нас в отдельности. Вот. И, в принципе, если какое-то из качеств, которое я перечислил сейчас, да, либо, скажем так, черта характера, присуща лично вам, вы можете поставить плюсики в нашем чате. Я же не буду дожидаться сейчас плюсов. Да. Скажу вам следующее, то, что ближайшие где-то 40-45 минут мы будем с вами общаться. Эти 45 минут будут наполнены ценной кому-то, скажем так, кто первый раз слушает возможной прорывной информации. Да, и для... Еще очень важный момент, для понимания географии нашего сегодняшнего вебинара, я бы попросил вас написать в нашем чате населенные пункты, города и страны, из которых вы пришли сегодня непосредственно на наш вебинар. Что хотелось бы сказать еще? Ну, наверное, представиться, да? То есть, меня зовут Максим, фамилия моя Ведро, я уже на протяжении 4 лет занимаюсь тем, что знакомлю людей с информацией о компании, о проекте группы компании Skyway, об инновационной транспортной технологии, возможности стать инвестором, совладельцем данной технологии, в будущем получать тот самый пассивный доход, о котором у нас сегодня с вами тоже будет идти речь. Вот я этим занимаюсь, мне это нравится. Мне нравится отвечать на вопросы тех людей, которые действительно хотят разобраться, да? Вот и об этом у нас с вами сегодня пойдет речь. Итак, ближайшие 30-40 минут мы с вами будем говорить о... Следующее, скажем так, направление. Первое, мы с вами поговорим немножко о транспортной отрасли, которая, скажем так, и ситуация в ней, которая существует на сегодняшний день, каковы перспективы, скажем, существования этой транспортной отрасли, если в ней ничего не будет меняться. А мы с вами знаем, что сегодня у нас есть 4 транспортные технологии, активно используемые людьми в своей повседневной жизни. Это автомобильный, железнодорожный, водный и воздушный транспорт. Дальше, мы поговорим с вами о струнном транспорте Юницкого, то есть о разработках инженера Анатолия Эдуардовича Юницкого, инженера-конструктора, который создал струнный транспорт и создал компанию Skyway, которая занимается реализацией этого струнного транспорта. Мы с вами поговорим о результатах деятельности группы компании Skyway, компании Skyway Capital, начиная с 2014 года. И, конечно же, в конце мы еще с вами поговорим о тех инвестиционных возможностях, которые сегодня предоставляет проект компании Skyway Capital фактически любому человеку, проживающему, неважно в какой стране, на каком континенте, сколько ему лет, какое у него образование, скажем так, какой у него возраст. Вот эти возможности сегодня, по сути, предоставляются абсолютно любому человеку, проживающему на нашей планете. Одна просьба к вам есть, это сконцентрироваться действительно максимально на ближайшие 40 минут, ни на что не отвлекаться. Если у вас есть мобильный телефон рядом, поставьте его на авиарежим, выйдите из аккаунтов соцсетей. Если есть маленькие дети, животные, желательно, скажем так, чтобы они перекочевали в другую комнату, и чтобы у вас реально была возможность сконцентрироваться на том, что я буду говорить. Информация повторяться не будет, да?
Если у вас будут возникать какие-то вопросы, просьба задать их в специальном блоке, который у нас будет выделен под вопросы и ответы. Вот. Итак, друзья, давайте, наверное, перейдем к делу. То есть именно то, о чем я говорил, транспортная ситуация, да, сегодняшняя. То есть вопрос, он достаточно простой. Сколько времени и денег вы сегодня потратили на дорогу, да, в пути, я не знаю, кто-то на работу, кто-то, может быть, на отдых, кто-то, скажем так, в очередь какую-то государственную структуру, неважно куда. Вот. А что было вчера, позавчера и так далее, да, то есть из чего состоит жизнь большинства людей каждый день? Мы много времени тратим в пути, перемещаясь из точки А в точку Б. Вот наша жизнь сегодня, да, это движение, и в принципе движение – это жизнь, вы даже знаете, есть такая поговорка. Что хотелось бы отметить? Такие факторы важные сегодня, как мобильность, безопасность, комфорт, экологичность, да, скорость перемещения, они являются трендами развития общества, развития сегодняшнего мира. Вот. И если мы сравним, например, две составляющие важной человеческой жизни, это вот транспорт, например, да, и развитие информационных технологий сегодня, то действительно между ними сегодня происходит огромнейший разрыв. Хотя когда-то, вот если мы посмотрим там 200-300 лет назад, да, скорость перемещения информации по планете и скорость перемещения транспорта, они были одинаковы, потому что все это перевозилось с помощью того же гужевого транспорта, не знаю, там лошадей и так далее, и так далее. Но у нас сегодня с вами есть что? Высокоскоростной интернет, да, различные мобильные приложения, которые нам позволяют создать жизнь, сделать ее комфортной, чтобы мы легко могли, не выходя из дома, управлять, скажем так, целым рядом событий своей жизни. Да, мы можем переводить деньги, мы можем, скажем, даже обучаться, не выходя из дома и так далее, и так далее. Мы новости узнаем из любой точки Земли сегодня с высочайшей скоростью, то есть почти мгновенно. Заходим на новостные сайты, и там все, что происходит, через несколько минут буквально появляется в разделе новостей. Но мы по-прежнему проводим огромное количество времени в пробках, в очередях, скажем так, на вокзалах, на автовокзалах, да, в общественном транспорте нам абсолютно некомфортно. Еще очень важно, что современный транспорт, ну, реально его можно назвать опасным для жизни, и очень высокая степень вероятности различных аварий, автокатастроф, в чем мы, в принципе, убеждаемся каждый день, потому что в новостных различных, скажем так, сообщениях мы периодически видим сообщения о тех авариях и катастрофах, которые происходят в разных уголках земного шара. Ну и вот если так подвести итог, будем откровенны, то, что достижения сегодняшней цивилизации, да, вот те, что мы видим, например, сфера развития информационных технологий и транспортной отрасли, они находятся на совершенно разных уровнях. Вот. Скажите, а вот та ситуация, которая у нас образуется, да, вот когда-нибудь вы задумывались, как эта ситуация влияет непосредственно на каждого из вас? То есть я уверен, что мы с вами как бы привыкли перемещаться из точки А с точки Б, особо не обращать на это внимания. Но современные проблемы, которые возникают, скажем так, с развитием тех транспортных технологий, которые мы имеем, в первую очередь какая? Действительно, огромное количество вредных выбросов в атмосферу происходит при использовании автомобилей, железнодорожного транспорта, авиационного транспорта, огромное количество, скажем так, перегоревшего топлива, сгоревшего кислорода и так далее, и так далее. Да? И водный транспорт. Посмотрите, например, за пароходами, которые плавают там по рекам, озерам или там в морях и так далее, за ними, как правило, остается нефтяной шлейф. Да, это все, скажем так, загрязняет окружающую среду. Второе, мы действительно, вот здесь на слайде вы видите, теряем время, стоя в пробках, да, у нас действительно низкая мобильность и, как я уже говорил, высокий уровень дискомфорта. Ну, для того, чтобы опять же улететь куда-то, нужно приехать за длительный промежуток времени в аэропорт, чтобы пройти регистрацию, да, сдать там чемоданы и так далее, и так далее. И вот эта очередь, я вот буквально недавно летал в отпуск, я все это проходил, я думаю, большинство из вас с этим сталкивалось. Высокая аварийность. Здесь скорая не случайно на слайде, то, что более миллиона человек ежегодно погибает в автомобильных авариях и катастрофах, и в десятки раз большее количество людей становится инвалидами, да, либо получают тяжелые травмы, которые влияют в дальнейшем на их качество жизни. Все это происходит у нас с вами на глазах. Ну и, конечно же, постоянная растущая стоимость перевозки грузов и проезда пассажиров. Вот я не видел ни одного года, чтобы где-то стоимость была понижена. Пригородный транспорт, городской транспорт, да, билеты на поезда, билеты на самолеты. Постоянно видим новости, что вот и те хотят поднять стоимость билетов в связи с тем-то, тем-то и тем-то. Да, один из факторов повышения стоимости проезда – это повышение стоимости топлива. Но далеко не единственный этот фактор. Вот. И вот такой вопрос. Скажите, а кто-нибудь решает вот сейчас эти проблемы? Вы слышали, что была разработана четкая концепция, да, которая решит вот те проблемы, о которых мы сейчас с вами начали говорить? Вот. И в принципе, если ничего не делать, если ничего не решать, возникает закономерный вопрос, да? А что будет с нами через 10-15 лет, если ситуацию сегодня никак не поменять? Вот. Я говорю, большинство людей не думают об этом, потому что ситуация, в принципе, она меняется постепенно, и вот как бы такого резкого, как перемены погоды, например, вчера солнце, вот, или сейчас солнце, а через час сильный вихрь, ураган, там и дождь, такого не происходит, но ситуация становится все хуже и хуже.
И мы с вами через 15 лет можем стать заложниками вот тех самых устаревших транспортных технологий, технологий, которые мы используем в промышленности, соответственно, вот видите на слайде человек, который идет в противогазе. Хотя подобная ситуация в истории человечества, в принципе, уже была. Есть такой город Токио, в котором проживает огромное количество миллионов человек, и когда-то в этом городе были даже установлены кислородные аппараты. Это было, скажем так, в 70-х, 80-х годах прошлого столетия. Другой важный вопрос, который я хотел задать, он тоже есть на слайде. Готовы ли вы дальше терять время, деньги, здоровье, да? И не настало ли время кардинальных перемен? Вот. Мы, сотрудники группы компании SkyWay, считаем, что сегодня миру необходима новая транспортная технология, которая будет и экологически чистой, и высокоскоростной, и комфортной, да, и экономически выгодной, и финансово рентабельной транспортной системы. Вот. Ну, может быть, вы сейчас зададите вопросом, а кто же все-таки возьмется за разработку такой системы, потому что нужны, скажем так, отраслеобразующие научно-исследовательские институты, огромное количество инженеров, конструкторов, научных деятелей и так далее, и так далее. Вот. И, возможно, каждый в отдельности из вас думает о том, что он никак не может повлиять на данную ситуацию, да, вот кто бы взял бы и сделал. Но если вы так думаете, что не можете повлиять, то вы, в принципе, ошибаетесь, потому что мы сейчас и будем говорить о проекте, который благодаря каждому из вас в отдельности, да, может решить вот те самые проблемы, которые у нас возникли на сегодняшний день в транспортной отрасли, и ситуация в будущем может значительно измениться в лучшую сторону. Вот. И сегодня мы с вами будем говорить об инновационной технологии под названием SkyWay. То есть это технология транспорта второго уровня, да, которая своим существованием открывает новую страницу в истории и грузовых, и пассажирских, и высокоскоростных перевозок. Вот именно об этом мы сегодня будем говорить, именно этот транспорт будет сегодня представлен. И я, как я уже говорил, постараюсь, скажем так, говорить о нем не очень долго. Вот. Что хотелось бы сказать, да? Давайте сразу поделимся концепцией Юницкого, то есть это инженер, изобретатель струнного транспорта. Эта концепция может гармонично вписаться в ваше жизненное пространство, неважно, где вы живете, в маленьком городе, в крупном городе, в мегаполисе, да, то есть это концепция линейных городов, в которых транспорт будет располагаться над землей, как здесь на рисунке, на втором уровне, да, вот городское пространство отдано пешеходам, отдано людям. У нас же в больших городах сегодня происходит все каким образом? Постоянно расширяются, да, дороги, они становятся все шире и шире, все больше и больше автомобилей, скажем так, в этих городах, все больше и больше пробок, вот, а людям, пешеходам места остается не так много, хотя в Москве, вот, например, стали там иногда расширять тротуары, там, на Тверской и так далее, и так далее. Но, тем не менее, транспорта меньше не становится, людям ходить все проблематичнее. Действительно, часто происходят обидные случаи, что люди попадают под автомобили в тех местах, в которых как бы автомобили вроде бы ездить не должны. Но, к сожалению, мы все чаще и чаще этим видим. Итак, линейный город. Город, который вы видите перед собой. Да? То есть, какие преимущества есть у концепции струнного транспорта и линейного города? Первое, что самое важное на сегодняшний день, если с точки зрения экономики подходить, да, то, что значительно снижаются затраты как на строительство дорог по технологии SkyWay, да, так и на эксплуатацию транспорта. То есть фактически полностью меняется концепция транспортировки грузов и перемещения пассажиров. Высвобождается огромное количество ресурсов, которые могут быть использованы в других сферах человеческой жизни. В первую очередь это денежно-финансовые ресурсы, производственно-материальные ресурсы, человеческие ресурсы. Значительно сокращается и практически прекращается количество выбросов в городскую атмосферу, и, по сути дела, происходит восстановление экологии. Вот. Практически полностью уходят из жизни людей такие проблемы, которые связаны с аварием, так как транспорт поднят над землей и транспорт между собой не пересекается. И, конечно, устранятся пробки, да? То, что стало бичом в крупных городах, в которых мы с вами проживаем. И вот кому-то такая идея покажется слишком идеальной, фантастической, да? Вот. И это может быть в далеком будущем. Но давайте с вами для примера рассмотрим, скажем так, несколько предложений, которые делает генеральный конструктор и, в принципе, группа компании SkyWay, специалисты группы SkyWay по решению проблем, связанных, скажем так, с транспортной отраслью. Да, и вот первое, то, на чем мы обратим с вами внимание, это предложение строительства городского SkyWay, который собой представляет сеть станций путевой структуры транспортных средств, да, которые будут возводиться внутри городов. То есть это первый шаг, который позволит нам разгрузить тот плотный график, который сегодня существует, да, поднять на новый уровень комфорт и мобильность пассажиров. Городские линии SkyWay, у них есть целый ряд показателей, которые превосходят, скажем так, в несколько раз то, что мы видим на сегодняшний день. Первое – это скорость. То есть скорость до 150 км в час в черте города может перемещаться транспорт.
Вот, обычный городской транспорт, вы знаете, он двигается со скоростью там 10, 20, 30, ну, метро до 40 разгоняется по земле. Вот. Далее, важный показатель – это пропускная способность или провозная способность. Здесь показано 20 тысяч. Сейчас речь идет уже о том, что есть образцы транспортных средств. До 50 тысяч на одном транспортном плече в час перевозится пассажира. Да? Это, в принципе, соизмеримо с одной из линий метрополитена. Далее, стоимость, кстати, строительства такой трассы в 20-30 раз дешевле, чем строить подземное метро. И что очень важно, вот такая путевая структура, вот такая концепция транспорта легко встраивается в инфраструктуру уже существующих городов, потому что для нее практически не требуется никакого землеотвода. То есть транспортная технология второго уровня и землеотвода, как вот по нашим документам, вы можете потом ознакомиться, требуется в 100 раз меньше, чем это необходимо для строительства обычных автомобильных дорог. Далее, вторая концепция, да, то есть один из второе направление развития струнного транспорта – это высокоскоростной региональный SkyWay. Его скорость уже может быть до 500 и выше. Да, мы сейчас заявляем, что будем строить в ближайшее время высокоскоростной SkyWay со скоростью свыше 500 км в час перемещения. То есть это скорость самолетов, да, небольших, но тем не менее. Высота опор данной трассы может быть 6-10 и более метров. Длина пролета между анкерными опорами, то есть это, скажем так, опоры, несущие на себе основную нагрузку, вот, километры более на сегодняшний день. Стоимость строительства такой трассы составляет порядка 1,5-2-3 миллионов долларов за километр, что значительно, скажем так, уменьшает, ну, точнее, меньше в сравнении с теми же автомобильными дорогами, не говоря уже о высокоскоростных железнодорожных магистралях, которые могут стоить 1 километр там, на 40 миллионов долларов и 50 миллионов долларов. То есть мы видим, что SkyWay надежнее, эффективнее, гораздо менее затратнее, чем те традиционные системы транспортные, которые мы с вами имеем на сегодняшний день. И вот преимущество технологии SkyWay по нескольким показателям, по четырем мы сейчас с вами рассмотрим, они продемонстрированы в заключении Института проблем транспорта Российской Академии Наук, которые были сделаны уже в этом, скажем так, тысячелетии. И там SkyWay был сравнен с другими технологиями по целому ряду показателей, мы будем говорить о четырех. Первое – это себестоимость строительства. То есть, если мы возьмем SkyWay за основу, да, то в два раза дороже строить по сравнению с SkyWay железнодорожной магистрали, обычной железной дороги, там, где кладутся шпалы и рельсы. Да, мы не говорим о высокоскоростных железнодорожных магистралях, которые дороже. Автомобильный транспорт в четыре раза дороже, если возводить, скажем так, путевую структуру, делать там насыпи там, и так далее, где-то мосты. Вот. Далее, монорельсы. Есть такой вид транспорта, который в Москве можно назвать туристическим, потому что перемещается он со скоростью там, 20, максимум 25 км в час. Вот. В 12 раз дороже строить, скажем так, путевую структуру и создавать транспортные средства по технологии монорельса, чем строить по технологии SkyWay. Следующий показатель, на котором хотелось бы заострить внимание, это уже идут эксплуатационные затраты. Ну, как заявляет генеральный конструктор технологии Анатолий Эдуардович Юницкий, что единожды построенная трасса SkyWay будет служить 100 лет, без какого-то там дополнительного ремонта там, и так далее, дополнительных затрат. Вот. Далее, в два раза дороже по отношению к нам обычный железнодорожный транспорт в эксплуатационных затратах. Да? Вы видите на слайде, что автомобильный транспорт в 12 раз и в 18 раз эксплуатационные расходы выше, если мы говорим о технологии монорельса. То есть, еще раз говорю, это заключение специалистов Института проблем транспорта Российской Академии Наук. Далее, транспортная безопасность. Если мы за 100% возьмем SkyWay, то фактически в два раза безопаснее, чем обычный железнодорожный транспорт, в 10 раз безопаснее автомобильного транспорта. Ну, по уровню безопасности монорельс, так как он двигается с невысокой скоростью, да, вот, там все достаточно громоздко и надежно, он близок по своей безопасности к технологии SkyWay. Это 90% от безопасности, если говорить именно о технологии SkyWay. И очень важный фактор, по которому хотелось еще, скажем так, показать преимущество нашей технологии, это экологичность. Отношение к окружающей среде, к природе, да, то есть не нанесение вреда при перемещении транспорта по технологии SkyWay. В три с лишним раза, да, мы более щадящие по отношению к экологии, чем железнодорожный транспорт, в 10 раз более, чем автомобильный, и в два раза намного более экологически чисто, чем монорельс. Все вот эти заключения, кстати, документы вы можете найти непосредственно на сайте Анатолия Эдуардовича Юницкого. Вот, там есть эти документы, там есть много видеоматериалов, печатных материалов, www.unitsky.com. Так вот, что же из себя представляет технология SkyWay? Это инновационная путевая структура, это инновационный подвижной состав, вот, который обладает очень классными аэродинамическими показателями, да, то есть и есть очень серьезные преимущества технологии, которые как раз-таки подняты над землей. У нас нет сплошного полотна
под транспортными средствами, да, а любое транспортное средство, перемещаемое по поверхности планеты, на высоких скоростях, вообще возникает эффект экрана, на высоких скоростях свыше 300 км в час, он очень сильно противодействует перемещению транспортных средств. И на скоростях свыше 300 км в час 90% топлива и энергии транспортными средствами затрачивается на преодоление эффекта экрана. То есть, чтобы не оторваться от земли, улететь, не перевернуться там, и так далее, и так далее. Большое количество воздуха идет по транспортным средствам. Здесь у нас технология поднята над землей, эффект экрана фактически сведен к нулю. То есть только вот по этому показателю экономия уже 90% по сравнению, скажем так, с другими используемыми нами технологиями. Ну и инновационная инфраструктура. Это здания вокзалов, пересадочных пунктов, это погрузочно-разгрузочные терминалы, если говорить о грузовом SkyWay. Вот все эти элементы образуют такую концепцию, да, транспортную, которая может опоясать города и континенты на нашей планете под названием Transnet. Вот у нас есть ролик, который, в принципе, уже существует больше, там, наверное, 5 лет точно. Ролик, с которым мы двигаемся в нашем проекте уже, вот я лично 4 года, но который наглядно и просто демонстрирует, что из себя представляет технология, что такое струнный лес, рельс, как, что такое путевая структура. И даже человеку-дилетанту в транспортной отрасли сразу показывает, что такое технология SkyWay, которая, скажем так, как я говорил, объединена транспортную сеть Transnet. Следующий шаг в развитии мировой паутины, как мы говорим. Мировая паутина, паутина перемещения грузов и людей, которая в себя впитает все преимущества мировой паутины под названием интернет. И сейчас я бы хотел вам включить ролик, который расскажет про технологию Transnet. Вот. Он достаточно простой, займет он 2 минуты, да, информативный. Итак, я на 2 минуты вас оставляю, вот, и потом мы с вами продолжим наш сегодняшний вебинар. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционная транспортная система не оптимальна и не отвечает требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа Transnet'а – жесткая струнного рельса, по своей сути мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Transnet – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний, запатентованная технология. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Transnet – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Transnet эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождений, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах севера России. Transnet – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, то есть вы видели ролик, который демонстрирует, что из себя представляет технология под названием SkyWay, что такое Transnet, что такое струнный рельс. Вот. И в принципе для вас есть хорошая новость. Да? Вот то, о чем мы говорили с вами, о той технологии, которая, скажем так, поначалу может показаться фантастичной, да, она не является мифической, она не является каким-то чертежом на бумаге либо 3D-проекцией. Вот. Это та технология, тот транспорт, который на сегодняшний день уже реально существует. Я не знаю, обрадовал я вас или огорчил, но это то, о чем вот мы сегодня заявляем. Такой транспорт есть.
Вы сейчас видите на слайде 4 транспортных средства, которые существуют реально, которые, скажем так, прошли уже огромное количество обкаток на территории собственного испытательного полигона, да, как мы раньше называли тот участок местности, на котором у нас строится сегодня экотехнопарк. Три из них пассажирские, это Unibike, Unibus и Unicar, то, что вы видите сейчас на экране, они полностью сертифицированы. У нас еще есть транспортное средство, которое является 48-местным пассажирским транспортным средством двухсекционным, да, оно тоже прошло сертификацию. То есть это транспорт, который есть уже сейчас. Да? Мы ничего не придумываем, мы реально, скажем так, говорим о тех вещах, которые достигли, тех успехов, которые достигли на сегодняшний день. Все научно-исследовательские работы, производственные, строительные работы, да, то есть проходят у нас в собственном инновационном центре SkyWay под названием Экотехнопарк. Вот я уже перед этим сказал это название. Находится он в Республике Беларусь, в Минской области, недалеко от города Марьиногорка в Пуховичском районе. Вот. Там идет как раз-таки на территории экотехнопарка сегодня, да, и весь проект вообще группы компаний SkyWay и SkyWay Capital в частности, он нацелен на то, чтобы обеспечить финансирование строительства производственной базы, тестового сертификационно-демонстрационного центра, да, где испытываются технологии SkyWay перед тем, как быть проданы для реализации в большом количестве адресных проектов на территории всего земного шара. Строительство экотехнопарка началось в 2015 году, вот, это было летом, поначалу была проведена, скажем так, небольшая работа в виде субботника по зачистке территории, потому что это был бывший танковый полигон площадью 36 гектар. Да? И в июле месяце начались первые изыскательские работы, первые пробы грунта и так далее, так далее. На сегодняшний день построено 4 путевые структуры. У нас сегодня есть образцы станций, другая инфраструктура, которая нам необходима для проведения тестовых испытаний, для проведения сертификационных работ. Что еще хотелось бы отметить, то что плоды проектной конструкторской организации SkyWay подтверждены сегодня множеством патентов и сертификатов, выданных в разных уголках земного шара. Вот. Это патенты и сертификаты в первую очередь на интеллектуальную собственность. И выдали эти патенты и сертификаты структуры таких стран, как Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Евросоюз, вот, Китай, Япония, собственно, Беларусь, Украина, Российская Федерация, еще целый ряд других стран. То есть данная работа делается для того, чтобы защитить интеллектуальную собственность еще до момента выхода на мировой рынок и до момента начала строительства дорог в разных уголках земного шара. И это на сегодняшний день сделано. Вы видели, да, 77 сертификатов и патентов. Что еще хотелось сказать, что в мире транспортной отрасли, да, в мире транспортных технологий существует целый ряд крупных выставок и форумов, на которых крупные игроки, скажем так, в этой сфере представляют свои ноу-хау, свои последние наработки, вот, для потенциальных потребителей. С 2014 года специалисты группы компании SkyWay принимают участие в целом ряде крупных выставок и форумов, на сегодняшний день, если не ошибаюсь, их 17. Это такие выставки, как Innotrans 2016 год, первая выставка, с которой, скажем так, технология стала успешно шагать по всему свету, они узнали в разных уголках земного шара. Да? Это такие мероприятия, как Белорусская транспортная неделя 2016-2017, Транспорт России 2016-2017, это Railway Tech Индонезия 2017-2018, да, это Smart City Индия, это май месяц 2017 года, это Future City Show Дубай, вот не так давно, да, это выставка в Таиланде, которая после этого была уже. Вот. Ну и стенды SkyWay на этих всех мероприятиях традиционно пользуются огромным успехом. Вот. И на этих стендах во время мероприятий устанавливаются деловые контакты с потенциальными заказчиками либо их представителями с разных точек земного шара. Вот. Наибольший интерес на сегодня к нашей технологии проявляют страны Азиатского и Тихоокеанского регионов. Австралия, да, то есть именно там на сегодня существует, ну, наверное, наибольший запрос на новые технологии. Кстати, вот, я, наверное, многие из вас следят там за миром развития криптовалют там, и так далее, и так далее. Опять же, азиатский рынок. Да, рынок Юго-Восточной Азии, он сегодня наиболее, скажем так, активно развивается и в этом направлении. На выставках, которые я вам сказал, да, работает команда профессионалов, людей, которые на одном языке совершенно спокойно общаются с экспертами и специалистами транспортной отрасли, но и с потенциальными заказчиками, которые заинтересованы в реализации крупных инфраструктурных транспортных комплексов, которые сдаются под ключ. Вот. И эти, скажем так, представители могут быть как представителями официальных властей, так и представителями мира крупного бизнеса. Благодаря деятельности команды, которая работает на различных выставках и форумах, у нас на сегодняшний день уже адресных проектов потенциально имеется на очень круглую сумму, превышающую 164 миллиарда долларов Соединенных Штатов Америки.
То есть речь идет не о конкретно подписанных контрактах с датой сдачи там, приема продукции и так далее, а о конкретной заинтересованности, о проявленном интересе к технологии. Вот. Что еще хотелось бы сказать, что помимо того, что у нас происходит на выставках, да, есть команда профессионалов, которые, скажем так, доводят информацию, презентуют нашу технологию. За спиной этих людей, как мы говорим, в тылу, да, работает огромное количество специалистов на производстве. Каждый отдельно взятый адресный проект, он по-своему уникален, потому что там может быть различный рельеф, да, различные природные условия и так далее, и так далее. И вот работы по проектированию адресных проектов на себя уже берут те, кто занят на производстве SkyWay. Вот, в конструкторских бюро, в цехах по выпуску подвижного состава, путевой структуры, да, и сопутствующей инфраструктуры реализации технологии SkyWay. Вот. И достижения на сегодняшний день команды производственников, они тоже очень интересные, они очень значимы, потому что именно специалистами нашей компании разработан собственный двигатель, мотор-колеса. Разработана автоматизированная система управления и безопасности, да, то есть дальше используются новейшие материалы для производства как подвижного состава, так и элементов путевой структуры. Если раньше был упор сделан там на металл, они были самые прочие, сейчас появляется огромное количество материалов, которые по своей прочности прочнее железа, например, да, целого ряда марок стали, но намного легче. И на этом тоже делается акцент, любые инновации, которые, скажем так, там, любые новые материалы, которые появляются, они тут же начинают использоваться в процессе создания нашей технологии. Но очень важно отметить то, что на производстве SkyWay сегодня используется новейшее оборудование, у нас огромное количество станков с программным управлением, причем есть станки, которые на территории Республики Беларусь находятся в единичном экземпляре, и именно у специалистов компании «Струнные технологии», у специалистов группы компании SkyWay. То есть скорость, которой сегодня развивается наш проект, действительно она уникальна по меркам, скажем так, высокотехнологичного инфраструктурного стартапа. Действительно, у нас как бы стартап, у нас не что-то, что, скажем так, развивается давно, да. Итак, друзья, что еще очень важно сказать? То, что вот идея под ключ разработанных транспортных инфраструктурных комплексов Анатолием Ударовичем Яницким, который он разрабатывает уже на протяжении 41 года на сегодня. Это все началось в 1977 году. Вот. Стратегия рассчитана на долгие годы вперед, и вот, скажем так, дальновидность Анатолия Ударовича, она сегодня импонирует людям, ну, из разных сфер человеческой жизни, из разных кругов. В первую очередь это и государственные деятели, да, это люди мира бизнеса, вот, государственные управленцы. Но вы видите на фотографиях, скажем так, нам ничего не чуждо и духовно, то есть фотографии с Далай-ламой во время переговоров, да, на территории Республики Индия. Это было во время выставки Smart City 2017 в мае месяце. То есть один из духовных лидеров Земли благословил Анатолия Ударовича Юницкого на то, чтобы его технология была реализована и приносила пользу людям не только в Индии, но и по всему земному шару. Вот. Экотехнопарк наш принимает огромное количество международных делегаций. Как я сказал, все это началось где-то примерно с выставки Инотранс сентября 2016 года. Приезжают люди, представители разных уголков мира, это разные континенты, это и сотрудники, скажем так, администрации разного уровня, как я говорил, это и бизнесмены, заинтересованные в реализации, скажем так, использования технологий на своих каких-то месторождениях, предприятиях и так далее, и так далее. Вот. Ну и специалисты нашей компании на сегодняшний день проводят огромное количество переговоров в разных точках земного шара, где рассказывают о нашей технологии тем, кто заинтересован в использовании, скажем, в новых транспортных системах, да, и в использовании технологий в крупных инфраструктурных проектах. Хотелось бы отметить отдельно, одно время мы даже не говорили на презентациях в этом направлении, да, но вот деятельность компании действительно все чаще и чаще попадает в зону внимания средств массовой информации. Нас пишут и федеральные, скажем так, и региональные СМИ различные. Они могут быть узкоспециализированные, связанные с транспортной отраслью, да, это общественные СМИ. Если вот в начале проекта действительно мы рады были, когда о нас говорили раз в два месяца, там газета «Пуховицкие новины», да, с тиражом там 7000 экземпляров, вот. Сейчас не проходит недели, чтобы о технологии SkyWay не говорили мировые СМИ. Это телевизионные каналы центральные, это, скажем так, региональные телевизионные каналы, различные радиостанции, интернет-порталы, печатные СМИ, это газеты, журналы. Вот. Но, в принципе, не всегда так все было гладко, да, и сейчас бывают разные репортажи, разные оценки. Люди, скажем так, воспринимают технологию настолько, насколько они в ней разобрались. Вот. Но сомнения и скептицизм встречаются и сейчас, но, в принципе, это нормальная ситуация. Скептицизм присущ человеческому уму. Вот. И для любой инновационной технологии, неважно, какой отрасли она касалась, всегда, скажем так, скептицизм присутствовал. И иногда даже, когда технология реализуется, в мире есть люди, которые не знают, что она реализовалась, и говорят, что этого не может быть.
В принципе, можно дискутировать много, да, о том, что существует это, не существует, но как бы было бы глупо отрицать уже то, что реально есть здесь, да, то, что было продемонстрировано не так давно. Вот, отрицать, скажем так, по меньшей мере не то, чтобы глупо, но, наверное, некрасиво, да. Вот, если раньше действительно специалисты компании, и мы там на своих презентациях тратили много времени на то, чтобы что-то обосновать, аргументировать, там, показывать какие-то расчеты, а поначалу только расчеты были, в 2014 году. Сегодня мы просто можем сказать, да, приезжайте на территорию экотехнопарка, посмотрите все своими глазами. На пути, скажем так, становления нашей компании было много случаев прозрения, то есть разные специалисты приезжали с разным мнением. Ну вот один из примеров, это представитель кафедры мостов и сооружений Московского института инженеров транспорта, МИИТа, да, высказывал, что, скажем так, ну, у меня вызывает кучу сомнений, что данная технология может быть реализована. И МИИТ дал заключение тоже такое, знаете, достаточно сомнительное, что технология может быть применима даже в недалеком будущем. Но, тем не менее, специалист кафедры мостов лично приехал на территорию экотехнопарка, посмотрел, что из себя представляет струнный рельс, пообщался с инженерами, конструкторами, пообщался с Анатолием Дарычем Юницким, вот, и сказал, что да, ребят, теперь мне все понятно, вот, и никаких сомнений не вызывает, что данная технология уже лезет воплощаемая, она может быть реализована в разных уголках земного шара. Вот. И мы говорим, как я уже сказал, приезжайте в экотехнопарк, убедитесь, скажем так, своими глазами в том, что сегодня существуют технологии, есть уже, как мы говорили, целый ряд объектов, которые сданы в эксплуатацию, 4 путевые структуры. В общем, все это можно увидеть своими глазами. Мало того, у нас есть сайт экотехнопарка, на котором можно даже оставить заявку на посещение территории экотехнопарка. Так вот, скажем, финиш той истории, в которой были сомнения, да, у специалистов МИИТа, состоялся в 2017 году на выставке, в декабре 2017 года на выставке «Транспорт России 2017». На ней состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Московским институтом инженеров транспорта и ЗАО «Струнные технологии», вот, в котором генеральным конструктором является Анатолий Дардович Юницкий. Это вот очень важная веха в развитии нашего проекта. Но, наверное, ключевой момент, который, скажем, после которого началось тоже действительно бурное развитие проекта группы компании Skyway, это решение, которое принял экспертный совет Министерства транспорта Российской Федерации 11 февраля 2016 года. Это заключение о том, что струнный транспорт Юницкого является инновационной технологией. И это все было закреплено в документе заключении экспертного совета Министерства транспорта Российской Федерации. Потом в марте было еще одно заключение, которое гласило, что технология Юницкого может быть использована на территории Российской Федерации и целого ряда государств, в том числе она является перспективной. Ну и что можно подытожить, да, вот таким образом, то, что технология Skyway становится все более узнаваемой в кругу экспертов транспортного рынка, да, и которые подтверждают ее инновационность и возможность использования. Компания расширяет производство, реализует все запланированные цели, скажем так, которые были поставлены перед нашим проектом, строится экотехнопарк, ключевой момент, да, то есть ради чего все это и происходит, то есть инвестирование денежных средств, привлечение инвестиций с целью строительства экотехнопарка, вот, и происходит обкатка, сертификация транспортных средств. Это то, к чему мы сегодня пришли, да, это реально у нас сегодня это есть, вот, и в принципе, наверное, у новых людей зачастую возникает вопрос, а как же все это стало возможным, почему это случилось именно сейчас и так далее. То есть, ну и глядя на те успехи, которые мы сегодня имеем, ну простой обыватель, обычный человек может сказать, подумать, да, то, что всегда все было так гладко и так далее. Нет, история насчитывает все-таки 41 год, и были свои взлеты и падения, да, в развитии, скажем так, струнных технологий. То есть важно, что Юницкий своим упорством продолжал заниматься развитием технологий, мы сегодня пришли к тому, что вот уже видели, да. Вот. Но еще, как я говорил, в нашем проекте в 2014 году ничего этого не было. Вот. То есть были попытки, скажем так, строительства, попытки поиска инвестиций обычным традиционным путем. Но все изменилось благодаря тому, что было принято ключевое решение. Сейчас мы о нем тоже немножко поговорим. Важно отметить, что вот с 2014 года, когда существует, начал, скажем так, двигаться проект группы компании Skyway, он тогда был венчурным. В принципе, он остается венчурным и сейчас. То есть всегда есть риски при реализации какой-нибудь инновационной идеи. Да? И для того, чтобы эта идея была реализована, действительно, в первую очередь нужно привлечь денежные средства. Вот на
долгие годы на этот риск никто не готов был идти. Да? На протяжении 37 лет до начала, скажем так, нашего проекта Юницкий общался с представителями крупного бизнеса, чиновничий кабинет обивал, то есть администрация, административный ресурс различного, скажем так, уровня, вплоть до руководителей государств. Да? Но, в принципе, это не дало существенных результатов. Вот. И как бы так идея, она была, но она не реализовывалась. И так было до 2014 года, как я сказал. Вот. Но, что хотелось бы отметить, немножко убежал далеко, что пришла идея, да, двигаться по системе краудинвестинга. Вот. И тот транспорт, о котором мы с вами сегодня говорили, в первую очередь, кому нужен, да, вот, по большому счету? Ну, таким людям, как мы. Высокоскоростной, безопасный, комфортный, доступный по цене. Да? Была разработана концепция привлечения средств на платформе краудинвестинга, либо микрофинансирования, то есть денежные средства привлекались просто от физических лиц, от людей, такие как мы с вами. Да? И Юницкий взамен на те денежные средства, которые готовы были инвестировать люди, давал им доли компании, да, которая, реализовав в дальнейшем данную технологию и выйдя на строительство адресных проектов в будущем, будет делиться своей прибылью с каждым, кто стал совладельцем технологии посредством приобретения ее долей. И вот с принятием решения финансировать технологию посредством краудинвестинга проект и получил так называемую вторую жизнь, наверное, или третью, либо пятую, потому что, как я говорил, при развитии технологии струнного транспорта у Юницкого были свои взлеты и падения на протяжении 37 лет до начала старта нашего проекта. Был дан старт началу строительства экотехнопарка, и начали происходить вот те самые преобразования, о которых мы с вами уже поговорили, которые привели к стремительному росту развития группы компании Skyway. В принципе, о росте, да, о том, что происходит, компания ежегодно отчитывается перед своими инвесторами, вот, и в том числе на тех мероприятиях, которые называются Экофест, да, вот вы видите несколько фотографий с экофестиваля прошлого года. Ну и что еще хотелось сказать, да, то, что благодаря привлечению денежных средств посредством краудинвестинга идея Юницкого стала реализовываться, и в концепции проекта Анатолий Дардич закрепил принцип, что каждый инвестор технологии становится совладельцем этой технологии. Вот ведь все работы, которые сегодня происходят на территории экотехнопарка, да, это именно строительство, проектирование, производство, да, которое у нас есть на сегодняшний день, мы сегодня владеем производственными площадями личными, вот. Не арендуем что-то, да, у нас есть свои производственные площади, свой, скажем так, четырехэтажный офис в промышленном районе города Минска, недалеко от метро тракторный завод. У нас проходят работы, связанные с испытаниями, сертификацией, да, организация выставок, мероприятий, то есть на все это, как вы понимаете, нужны денежные средства, и все это достаточно затратно. Но, тем не менее, благодаря вот той технологии привлечения денежных средств, о которой мы с вами начали говорить, микрофинансирование, краудинвестинг, сегодня все это реализуемо, все это запланировано и происходит все своевременно. Вот. Еще в 2014 году в компании был разработан 15-этапный план развития, да, по мере реализации которого наша компания полностью может сформироваться в проект, научно-проектно-производственный центр технологии Skyway и будет готова в полном объеме реализовывать адресные проекты струнных дорог Skyway в разных уголках земного шара. Каждый из этапов, а их всего 15, подразумевает выполнение определенного количества работ, да, которые необходимо выполнить, чтобы приблизить этап реализации технологии Skyway и строительства дорог по технологии, разработанной Анатолием Дардичем Юницким. Благодаря тому, что были созданы специализированные фонды, которые стали отвечать за популяризацию идеи, за информационную работу, за техническую поддержку инвесторов, да, ну и в первую очередь за привлечение инвестиций для финансирования проекта, проект и начал активно развиваться. Вот одним из таких фондов является компания Skyway Capital, по сути дела, о проекте которой мы сейчас с вами общаемся. Так вот, 15 этапов, то, что вы видите сейчас на слайде, это ориентир для инвесторов, которые понимают, в каком направлении сегодня двигается компания. Но очень важный момент, что помимо того, что Юницкий прописал в концепции, что любой человек становится совладельцем технологии, да, и в дальнейшем будет получать доход, Юницкий с командой, с группой компании Skyway предоставляет каждому человеку еще возможность стать сопричастными, да, к реализации данной технологии, быть частью крупного проекта, который глобально изменит ситуацию на планете. Вот. И, кстати, сами инвесторы окрестили данный проект, разработанный нашей компанией, да, народным проектом 21 века. Многие инвесторы Skyway, как я уже говорил, чувствуют эту сопричастность, приезжают на мероприятия, о которых мы с вами говорили, это экофестивали, вот, и чувствуют сопричастность к процессу какому? К процессу перемен, к
на пороге которого мы сегодня стоим. И вот на слайде вы сейчас видите звездное небо SkyWay, да, которому один из инвесторов протягивает руку. А звездное небо — это что? Те люди, которые инвестировали в технологию до апреля 2017 года включительно, да, их имена и фамилии нанесены на потолок музея SkyWay. Как мы называем это, звездное небо SkyWay. Это память для детей, внуков, память для потомков. Вот. И чтобы, скажем так, убедиться, что все это двигается, да, чтобы видеть довольные лица людей, которые являются уже участниками нашего проекта, вот, которые, скажем так, совсем недавно своими глазами смогли увидеть, мало того увидеть, они смогли еще и сесть в транспорт SkyWay и проехать определенное расстояние, я вам хочу сейчас включить ролик. И мы сейчас опять говорим о сопричастности, о том, скажем так, подъеме, да, который испытывают люди, ставшие совладельцами технологии, например, в 14, 15, 16, 17 годах, и лично своими глазами убедившись, что все это делает, все это двигается, все это работает. Я вас оставлю на некоторое время, а вам включу ролик. Итак, друзья, это то, что мы говорили, да, приедьте в экотехнопарк и убедитесь во всем своими глазами. Итак, друзья, сегодня вот была дана краткая информация о, возможно, невероятном перспективном будущем, да, но который мы строим здесь и сейчас. То есть вы получили информацию о проекте, который меняет жизнь людей, который меняет ощущение людей, действительно дает им надежду, веру, энергию в то, что будущее будет лучше, чем оно есть сейчас. Вот. Ну, многие инвесторы, как я уже говорил, отзываются о проекте Юницка как о народном проекте. Мы живем действительно в уникальное время, когда вот то, о чем мы когда-то не могли даже подумать себе представить, да, находится на расстоянии вытянутой руки. Например, общение по каким-либо мессенджерам, да, в видеоформате, мы можем видеть человека на другом конце земли и так далее, и так далее. Раньше это было просто невозможно. Вот я еще застал те времена, когда нужно было ходить и заказывать междугородние переговоры на переговорные пункты, приходить к назначенному времени, ждать какое-то время, и не всегда ты вовремя поговоришь. Вот. Но хочу задать такой вопрос. Разве вы могли себе представить, что когда-то вам будет дана возможность, да, стать совладельцем той компании, которая претендует на 50% охвата всего мирового транспортного рынка, емкость денежная которого 4,8 триллиона долларов США? Вот.
Потенциальный успех этой технологии способен сделать вашу жизнь финансово независимой, обеспеченной и подобно вот примерам тех транспортных проектов, которые мы уже с вами видим, кстати, на сегодняшний день, железные дороги, авиационный транспорт, автомобильный транспорт, да, приносить вам пассивный доход, приносить доход вашим детям, вашим внукам на многие поколения вперед. Вот. Да, это будет, может быть, не сегодня, не завтра, но вы знаете, чтобы понять, о чем идет речь, просто-напросто давайте рассмотрим несколько примеров из истории человечества, да, вот простых, касаемых банальных вещей, которые мы с вами сегодня используем в повседневной жизни. Вот мы знаем, что будущее строится людьми, да, которые ставят большие цели, вот, у них есть видение будущего и так далее, но самой цели, идеи не всегда бывает достаточно, потому что идея – это где-то полдела, нужно еще и реализовать. И для того, чтобы идею реализовать, нужны какие-то ресурсы, нужны время, силы, нужны денежные средства. Вот где их взять? Да? Технологии действительно, они совершенствуются фактически с каждым днем, и мы знаем, что имея, например, вот компьютер, с которым я с вами сегодня общаюсь, буквально завтра будет еще более совершенный и так далее, и так далее. Вот. Но когда технологии совершенствуются и приходят новые, очень важный вопрос, как это коснется вас? Вы просто будете обывателем, который видит, что они вошли, либо это вам принесет какую-то пользу. Вот давайте посмотрим примеры, когда технологии приносили пользу одетым взятым людям, семействам там, и так далее. История Стива Джобса либо Билла Гейтса, да, конец 70-х годов. Они предлагали развивать индустрию персональных компьютеров. Им почти все крутили у виска, за исключением некоторых людей, которые вложились в их идею. Сегодня вы знаете, сколько стоят акции, да? Не одну сотню долларов Apple и компании Microsoft на различных биржевых площадках. И те люди, которые владеют этими акциями, они сегодня миллионеры, и миллионеров очень много, да, которые имеют на руках эти акции. Далее, в начале 19 века действительно никто не мог подумать о том, что людей можно перевозить при помощи железных дорог. Она была первая железная дорога, построена для того, чтобы перевозить там уголь, грузы какие-то и так далее, и так далее. Но те, кто в этой идее увидел возможность, да, они стали развивать производство, они стали строить железные дороги, производить, скажем так, локомотивы, которые перевозили грузы и людей. Вот. И на этом построили огромные империи, и сегодня их дети, внуки получают серьезный доход. История господина Бенца, да, вот, то есть вы все знаете, что первый двигатель внутреннего сгорания, фактически, ну, один из первых, там можно в днях поспорить, да, был создан именно им, но он оказался на грани банкротства. Вот. Хорошо нашлись люди, которые профинансировали, да, развитие его компании, сначала двигателя, а в дальнейшем автомобилей. И сегодня по миру бегает огромное количество мерседесов. Одних, ну, одного из лучших, наверное, автомобилей в мире. Вот. Все мы с вами слышали такую фамилию, да, ну, кто интересовался, братьев Райт. Это те люди, которые осуществили первый полет на параплане, на, скажем так, устройстве, которое по своему весу тяжелее воздуха, но которое в воздухе смогло подняться. Вот. Но они не смогли коммерциализировать и реализовать свою идею, и реализовал Боинг. А братья умерли в нищете. То есть человек, у которого были деньги, который понял, в чем эта идея, и компания Боинг сегодня занимает огромное место на рынке авиаперевозок. Сегодня мы же строим с вами бизнес, который превосходит по своему объему и Боинга, и Форда, и Стефенсона, который имеет отношение к железным дорогам, вместе взятых. В эпоху интернета и финансовых инструментов, да, став участником нашего инновационного проекта, может абсолютно любой человек, и все необходимое для этого представлено на платформе Skyway Capital. Как я говорил, это один из фондов, это инвестиционный фонд группы компании Skyway. И первый шаг, который необходимо сделать, он очень простой. Просто зарегистрироваться на сайте, чтобы получить доступ к полному объему необходимой информации и инструментам инвестора. Важно отметить, что на сегодняшний день и всегда с момента старта проекта группы компании Skyway важным, да, выгодообразующим элементом является дисконт. То есть это параметр, по которому люди определяют, скажем так, эффективность своих инвестиций в наш проект. Дисконт – это во сколько раз текущая стоимость каждой отдельно взятой доли, да, отличается от номинальной. За номинал у группы компании Skyway с самого начала взят $1 США. По мере продвижения компании к реализации идеи, по мере продвижения по 15-этапному плану развития, да, технологии все ближе к реализации, рисков меньше, дисконт у нас меняется. Потому что когда-то он был, в отличие от того, что вы видите на слайде, минимальный пакет там от 250 раз, максимальный 1500. Это был на втором этапе развития. Сегодня мы находимся на 12 этапе. Вот, всего их 15, если вы помните. Да? Но и сегодня дисконт очень серьезный и позволяет приумножить ваши денежные средства, если говорить об инвестировании, от 17 до 80 раз. Вот. Что еще очень важно, наверное, отметить, нельзя пройти мимо. У нас на сегодняшний день есть уникальная возможность инвестировать в проект в сумму от $15 США. И вот ваши денежные средства, $15, могут приумножиться в 17 раз. И
Таким образом, как я вам сказал, от 17 до 80 раз, в зависимости от того выбранного пакета, который вы можете, скажем так, для себя взять, как инвестор, да, меняется дисконт, скажем так, чем дороже пакет, тем выше дисконт. Но что еще хотелось бы отметить, никто здесь не сидит на плечах, скажем так, у потенциальных инвесторов, каждый, скажем так, инвестирует по мере своих возможностей, да. И вот инновационность действительно нашего проекта заключается не только в реализации инновационной технологии, но вот эта модель финансирования, которую мы используем, краудинвестинг, да, позволила развиться, где люди инвестируют незначительные денежные средства, а их огромное количество, этих людей, мы еще об этом поговорим. Вот. Выбранная модель привлечения инвестиций вот на базе краудинвестинга, она полностью себя оправдала на сегодняшний день. И, возможно, такие подобные модели, подобные нашим, да, крупные компании в ближайшее время будут использовать реализации своих проектов. В личном кабинете партнера компании Skyway Capital вы можете найти различные финансовые, скажем так, возможности, различные пакеты, да, различные инвестиционные стратегии для людей, имеющих сегодня большие средства, которые могут быть проинвестированы ими, да, небольшие денежные средства. У компании, помимо всего прочего, что есть пакеты на разную толщину кошелька, да, для разных людей, еще и существует своя собственная маркетинговая стратегия, которая направлена на поощрение активных партнеров. В принципе, это делают, я знаю, что многие структуры, начиная там от банковских структур, страховых структур и так далее, и так далее. И вот об одной из акций, которая сегодня действует в группе компании, в компании Skyway Capital, да, и в группе компании Skyway, я не оговорился, это акция, позволяющая абсолютно любому человеку, дополнительно к тому пакету, который он приобретает в личном кабинете партнера либо инвестора компании Skyway Capital, получить еще 10% долей сверху. Что нужно сделать для этого? Нужно просто зарегистрироваться у нас в личном кабинете, верифицироваться и в течение 7 дней после регистрации приобрести абсолютно любой из пакетов долей компании. Неважно, в рассрочку это будет пакет или разовый, неважно, крупный или маленький. По мере выплаты этого пакета, как только вы его оплачиваете, вам будет начислено 10% на ваш премиальный счет. Да? Но это тоже еще не все. Вот, у нас есть уникальная возможность, да, если вы приобретаете доли компании Skyway Capital, есть уникальная возможность использовать инструмент, который мы создали специально для наших инвесторов, который позволяет зарабатывать деньги уже сейчас, не дожидаясь выхода группы компании Skyway на международный транспортный рынок, реализацию долей. Да, это партнерская программа Skyway Capital, которая вам дает возможность создания источника уже сегодня. Причем дает возможность создания источника в виде крупного международного бизнеса, так как этот бизнес в интернете. Преимущество, одно из самых уникальных, наверное, преимуществ партнерской программы, то, что она проста, как мыло, как мы говорим. Да? То есть она очень простая, нет каких-то сложных математических выкладок, вы легко с ней разберетесь. Важно отметить следующее, что у нас есть все необходимые инструменты для того, чтобы быть успешным в бизнесе по развитию партнерской программы компании Skyway Capital. Вот. Ну и партнерская программа может позволить вам выйти на высокий уровень дохода, как я сказал, уже сейчас, не дожидаясь реализации адресных проектов и получения дивидендов, да, по тем адресным проектам. Вот мы сейчас с вами дожили до блока вопросов и ответов. Вот. И я сейчас постараюсь ответить на те вопросы, которые у вас возникли по ходу нашего сегодняшнего вебинара. Да. Сейчас я... Мне мои коллеги присылали эти вопросы. Вот, одну секундочку. Так, ну вот их не так много. Я надеюсь, кстати, что многие вопросы, которые могли у вас возникнуть, я на них уже постарался ответить. Так, хотя бы что-то из того, о чем здесь рассказывают. Струнная дорога, транспортный состав, пока быстрее 40 км в час не движется. Ну вот видите, у нас есть специалист, который считает, Роман Коваленко, что, скажем так, не двигается быстрее 40 км в час. Не поленитесь зайти на наш сайт, найти новости, да, где было показано, например, один из первых транспортных средств, который прошел сертификацию, тот же Unibike, да, и 14-местный Unibus. По крайней мере, на видео было показано, что он разогнался до скорости 82 км в час, а потом и свыше 100. Вот таким вот образом. А то, что нет, скажем так, ни такой струнной дороги, ни метра, вот самое простое, что вы можете сделать, Роман, я не знаю, скажем так, успешный вы человек или нет, есть у вас деньги или нет, да, купите билет в Белоруссию, перед этим зайдите на сайт экотехнопарка компании Skyway, оставьте заявку на посещение экотехнопарка, да, вот, ну и потратьте немножко денег, раз уж вы такой неверующий, раз уж вы такой Фома, и
своими руками. Возможно, вы пойдете в группу, которая будет, скажем так, проведена экскурсия по территории технопарка. Вы все это увидите. Потому что просто, скажем так, хаять что-то, да, сидя у себя в норе. Знаете, была такая сказка очень хорошая, Салтыкова-Щедрина, «Премудрый пискарь», который, скажем так, считал, что он все знает, считал, что он все видит, но боялся выйти из норы. Да, вот, а вот, скажем так, либо моська и слон, например. Я не хочу вас обидеть, но тем не менее. Облаять что-то просто. А вы приедете, убедитесь. Если вы настолько смелы, чтобы утверждать, что этого всего нет, вот, лучшее, что вы можете сделать, у вас есть глаза, руки, ноги, да. Приедьте и увидите все своими глазами и потрогайте. Как будет в зимнее время, как будет ездить, да, обледенение поверхности рельсового пути, как будет убираться лед, в зимнее время железо сужается, рельс не будет лопаться. Вы знаете, на эту тему тоже у нас были новости, вот, потому что даже специалист в сфере использования металлов там, и при низких температурах приезжал на территорию экотехнопарка, давал свое заключение по этому вопросу. А что касаемо того, что вот если будет обледенение, как будут перемещаться транспортные средства, Юницкий доказал это еще в начале вот нашего тысячелетия, этого, когда в подмосковном городе Озеры был полигон, на котором проходила обкатку и испытание второе поколение технологии Skyway. Да, и там транспортное средство зимой специально, скажем так, намораживалось на путевую структуру лед 5 см, и на стальных колесах ЗИЛ-131 весом 12 тонн легко сбирался по этой путевой структуре, он просто этот лед выдавливал. Так что вот с перемещением по путевой структуре проблем тоже не будет. Итак, друзья, я вижу, что больше вопросов пока нет, может быть, в конце еще что-то возникнет, да, поэтому давайте продолжим нашу сегодняшнее путешествие по информации. Осталось совсем немного, поверьте мне, вот. Смотрите, часто люди спрашивают, какая у вас есть гарантия, да, то, что проект этот будет двигаться, то, что проект там не становится, вот, и так далее, так далее, так далее. Ну, первая гарантия, у нас есть человек, конструктор, который уже 40 лет, да, разрабатывает данную технологию. Мало того, именно он оценил свою интеллектуальную собственность, которая была оценена компаниями, которые имеют на это лицензию, на сумму свыше 400 миллиардов долларов США, и была зарегистрирована компания на основании интеллектуальной собственности. И именно этими медалями, да, которые была взята 1 доллар США, он сегодня делится с любым человеком, который готов сегодня инвестировать денежные средства в нашу технологию. И сегодня он самый крупный инвестор технологии. Он свои доли вам раздает. Человек, который имеет 3 высших образования, строительное образование, да, то есть проектирование строительства высотных зданий, инфраструктурных сооружений, это было 3-е, патентное право изобретательства, 2-е образование, 1-й инженер транспорта. Работал инженером, конструктором, имеет, скажем так, участвовал в 2 проектах Организации Объединенных Наций, были получены 2 гранта на реализацию технологии, стал членом Федерации космонавтики СССР в 80-х годах. У него на сегодняшний день более 140 изобретений, более 200 различных научных работ, 18 монографий. С огромным количеством материала вы можете познакомиться непосредственно на его сайте www.unitsky.com. Вот. Мы имеем результаты деятельности в экотехнопарке, то, что мы говорили. Сегодня целый ряд объектов принят в эксплуатацию, у нас там построены 4 трассы Skyway, у нас уже есть образцы транспортных средств, которые прошли сертификацию. По сути дела, можно строить дороги по этим технологиям. Очень важный фактор, который у нас есть, да, помимо всего прочего, это более 300 тысяч человек, которые на сегодняшний день поверили в наш проект, присоединились к нему и стали совладельцами пакетов долей компании. И на их деньги сегодня строится экотехнопарк, и технология приближается к реализации. То есть вот, огромное количество людей из более чем 200 стран поддерживает Анатолия Эдуардовича Юницкого. На что еще хотелось бы отметить, да, вот люди говорят, что у нас ничего нет, что как бы технологии не реализуются и так далее. Если бы этого всего не было, вы знаете, то компания не получила, скажем так, такое количество дипломов различных, начиная от экологических и сертификатов, да, заканчивая, скажем так, ISO 9001, там, тюфовские сертификаты и так далее. Вот. И что важно хотелось отметить, благодаря именно этой своей деятельности, благодаря подтверждению того, что технологии реализуются, струнные технологии, компания, которая является, скажем так, главной в реализации технологии именно создания транспортных средств, путевой структуры, сертификации и так далее, стала членом Торгово-промышленной палаты Республики Беларусь и стала членом Союза строителей Республики Беларусь. То есть это, как вам сказать, вот просто пустому месту, если там ничего такого нет, такие, ну, не предоставляются ни сертификаты, и нельзя стать членом, скажем так, Торгово-промышленной палаты Беларусь, ничего и не имея за спиной либо в руках. Вот приверженность самой, скажем так, группы компании Skyway к тому, что она активно развивается и есть стратегический план, отмечается в том, что есть уже целый ряд крупных компаний, которые сегодня с удовольствием с нами сотрудничают. Ну вот, для примера, это такие компании, как SAP, это крупный, скажем так, производитель металлопроката из Швеции. Вот. Это компания Dassault Systèmes, да,
Та компания, которая разработала программное обеспечение 3D Experience, это технологии индустрии 4.0. И, кстати, на территории Республики Беларусь компания «Струнные технологии» первой стала использовать 3D Experience. И, кстати, на основе вот этой технологии, которую мы используем, программной, да, программного софта, был создан трехсекционный 18-местный Unicar, который сегодня уже сертифицирован. Что еще хотелось бы отметить, да, более 600 инженеров, проектировщиков, конструкторов, да, технических специалистов сегодня работает в группе компании SkyWay. Их число, кстати, ежедневно растет. Компания смотрит в будущее, да, и закладывает основу высокотехнологичного производства. Это опять же про ту же индустрию 4.0, 3D Experience, да, и про те станки, скажем так, последние, скажем, новинки, которые используются у нас на производстве. Вот таким вот образом. Вся информация, да, которую мы сегодня дали, вот, она сегодня есть в открытых источниках. Вот, и вы можете ее легко найти, почитать в новостях, почитать на других ресурсах, да, и найти огромное количество материалов, посвященных развитию нашего проекта, нашей компании, увидеть достижения того, что мы имеем на сегодняшний день. Но что бы я хотел сказать, да, то, что вот технология сегодня реализована на 73%. Мы близки к тому, что закончится 12-й этап, останется 13-й, 14-й, 15-й. Это значит, что возможность стать совладельцем долей компании, она не бесконечна во времени, она когда-то закроется. И вот инвесторы, которые давно пришли в наш проект, в 2014, в 2015 году, да, они это понимают и продолжают сами инвестировать в проекты активно, дают информацию своему окружению, работают по партнерской программе, вот, чтобы предоставить как можно большему количеству людей вот ту информацию, которая сегодня была рассказана вам. Вот такая возможность реально бывает только раз в 100 лет. Вот это тот самый момент, который может, скажем так, привести к тому, что осталось совсем немного до заключения конкретных контрактов и реализации в дальнейшем адресных проектов. Вот. Когда в компанию начнут приходить серьезные деньги уже непосредственно от заказчиков, которые заказали строить дороги в своих там странах, в различных уголках земного шара. Вот. И те люди, которые стали совладельцами технологий, они в дальнейшем по мере реализации проекта и прихода первой прибыли будут получать те самые дивиденды на то количество долей, которое у них будет. И несмотря, что мы сегодня на 12 этапе из 15, вот тот дисконт, о котором я говорил, он все равно сегодня остается очень выгодным, да, чем, скажем так, огромное количество других видов бизнеса, которые есть сегодня на планете. Вот. И вы сегодня можете стать совладельцем технологии SkyWay на очень выгодных условиях. Важно понять, что став инвестором сегодня, да, вы делаете вклад в будущее свое, своих детей, да, обеспечивая, скажем так, приход доходов в вашу жизнь, вот с тех адресных проектов, которые в своей сути будут использовать технологию группы компании SkyWay. Вот я сейчас сделал маленький акцент. Это вот представьте себе, это как бы вот конец 70-х годов, и вам говорят: уважаемые, у тебя вот есть возможность вложить незначительные деньги в компанию Apple, да, и ты будешь получать там сумасшедшие деньги в будущем в виде пассивного дохода от реализации каждого отдельного какого-то маленького устройства в этой компании, либо софта программного обеспечения, да, любой программы, в разных уголках земного шара. То есть продажи, каждой продажи компании Apple будет тебе капать маленькая прибыль. Да? Вот мне в 70-х годах этого никто не предложил. Вот. Ну, в принципе, у нас в 70-х годах, я это всегда говорю, на территории государства, где я жил, слово «бизнес» вообще как бы оно не употреблялось. Да? И слово «инвестиции» вообще о них никто не слышал. Была другая система, скажем так, общества и распределения, скажем, доходов среди людей. Что хочу еще сказать, то есть не теряйте время, делайте правильные выводы и делайте шаги. И мы вам в этом поможем, потому что компания SkyWay Capital, вот я сейчас вещаю из города Москвы, по тому адресу, который вы сейчас видите на слайде, да, это улица Щипок, недалеко от метро Серпуховская, либо Павелецкая. Вот. У нас здесь есть специалисты отдела информационной поддержки, которые оказывают информационную, техническую, там, если надо, юридическую поддержку инвесторов компании SkyWay. И все это происходит в формате 24/7, потому что у нас еще есть техническая поддержка в интернете, специалисты, которые работают 7 дней в неделю, 24 часа. Кто-то ночью, кто-то днем. Она у нас, скажем так, разбита по территории, у нас, вы знаете, в России, например, 9 часовых поясов, плюс еще есть часовой пояс, скажем так, на территории там Литвы и так далее. И вплоть до западных границ Европы у нас есть специалисты технической поддержки, которые поддерживают на разных языках, на разные языковые группы наших инвесторов. Вот таким вот образом. Важно понимать, что у нас есть специалисты, которые вам помогут, а внутри нашего информационного, скажем так, портала, нашего сайта и личного кабинета у нас есть полный объем информации, документации, функционала, который поможет вам как приобрести доли нашей компании, так и управлять долями в последующем. Вот это то, о чем я хотел вам сегодня рассказать. Я с удовольствием это сделал. Вот.
Спасибо, что вы были с нами. Я смотрю, что мне еще раз подкинули какие-то вопросы. Давайте я сейчас еще отвечу на пару-тройку вопросов, которые мне прислали. Так, мне недавно задали вопрос, что случится, если один состав встанет, что будет с остальными. Ну, на это отвечал Анатолий Эдуардович Юницкий, если вы посмотрите ответы там, я не знаю, Сокофестиваля и так далее. Может ли такое случиться? Ну, в принципе, да, да, потому что есть устройство. Случится то, что подъедет, скажем так, специальное устройство, которое возьмет это на буксир, да, и оттянет до первой, скажем так, станции, депо и так далее, и так далее. Вот что произойдет. В случае пожара, что будет, как выбраться из вагона над землей 20 метров? Вы знаете, я думаю, будет предусмотрено и это, да, способы эвакуации и так далее. Вот вы летите в самолете, да, если вдруг в случае падения на воду, вам рассказывают, как вам нужно одеть, там, например, жилет, да, который нужно будет дернуть, он надуется и так далее, и так далее. То есть безопасность – это первая и важная характеристика, над которой работают специалисты группы компании SkyWay. И все эти вопросы будут, я думаю, решены. Вот. Опять же, и важный упор делается на то, что те сами транспортные средства создаются из максимально негорючих материалов новых. Благо, сейчас таких огромное количество. Да? В октябре переход на следующий этап развития или нет? Вы знаете, друзья, дай бог, потому что вот сейчас будет очень важное мероприятие, целая череда важных мероприятий в жизни нашего проекта. Я вот добавлю маленький промоушен. Те, кто есть в Москве, например, да, вы сможете сходить на выставку с 12 по 14 сентября. Мы вот скоро получим информацию, программу InvoExpo 2018. Там, где будет представлено, мы говорим о транспорте второго уровня, но у нас специалисты разрабатывают еще, скажем так, в целом ряде направлений. И на этой выставке будет представлен, скажем так, автомобиль, который позволяет инвалидам-колясочникам заезжать в автомобиль, не покидая инвалидной коляски, там специальное устройство, которое закрепляет коляску, управлять автомобилем. Вот его будут демонстрировать здесь, в Москве скоро. Да? Мы вот тоже пойдем и там будем все это видеть, об этом будем рассказывать и так далее. Вот хочу поблагодарить Наталью Лебедеву, которая прислала в чате сообщение, что спасибо, отличный вебинар, грамотно, четко. Спасибо вам, Наталья. Спасибо огромное. Спасибо вам всем, то, что были сегодня со мной. Да, спасибо за то, что, скажем так, интересуетесь развитием нашего проекта. Хочу вас поблагодарить, наверное, от лица всей компании, возможно, от Анатолия Дардовича, то, что вы являетесь участниками нашего проекта, то, что благодаря вам он близок, настолько близок к реализации, как никогда. Да? И желаю вам всем отличной осени, потому что все-таки она у нас с вами началась, был День знаний. Вот. Ну, а те люди, которые хотят в своей жизни иметь больше, да, достигать большего, помогать другим, но они всегда чему-то учатся, всегда узнают что-то новое. Вот этого я вам желаю, чтобы у вас всегда горели глаза, чтобы вы, скажем так, были открыты сердцем, чтобы это сердце горело, вот, и чтобы это сердце поднимало вас, вас утром с постели, вот, на реализацию того задуманного, что вы сегодня хотите сделать, да, и давало вам спокойно заснуть вечером, спокойно и ритмично стуча, давая понять о том, что вы сегодня сделали все, что вы могли, все, что вы хотели, и вы добились успеха. Поэтому я вам желаю успеха, еще раз здоровья, любви, денег. Ну, на этом я буду с вами прощаться. Потому что немножко даже затянул с вопросами, ответами и так далее. Спасибо вам за внимание. До новых встреч на волнах SkyWay Capital.